много вариантов. То есть однозначно ответить не могу. Скорее всего, надо целый комплекс менять, в принципе, подход, всю систему менять тогда, чтобы не было смысла вообще вести какую-то теневую экономику. Податковий тиск треба знижити, наверное. Більше б легально робили, працювали б люди, не ховалися. Должен быть контроль над этим всем. А в нас сейчас контроля нету совсем. Коррупцию надо вот этого сначала вывести, а тоді робить уже и с податками, и с всем остальным. Ліквідувати олігархів и припинити коррупцию. Даже не знаю, что и лучше. Может и то как-то комплексно. Давить людей, так сказать, не мало куда. Мне кажется, что надо что-то экономическое решать, тогда что-то толк будет. Надо, чтобы страной правил человек и его, понимаешь, выполняли указания. Кто будет контролировать? Они же сами же будут контролировать. Так что никакой контроль, никакой экономики не будет. Есть антикоррупционный комитет, пусть занимается. Они для чего их создали? Я думаю, что при моей жизни этого не будет. Я сколько помню, разговор об этом идет, идет и бесконечно. И снижение налогов, и контролирующие органы должны быть более строгие и более честные. Так кажуть, церква має платити такий же податок, як і всі інші, тобто нуль, 0%. Треба повністю знищити будь-які податки, і тоді не буде ніякої тіні. Всі движення, всі рішення повинні бути відкритими. Треба контролювати. Якщо є такі люди, чесні, які контролюють, то контролюють.